Приветствую вас, друзья мои. С вами опять Садриддин. И сегодня я продолжаю мою любимую акварельную живопись. Как обычно, у меня бумага Waterford. Хлопковая бумага профессионального качества. Размер 16 инч на 22. Плотность бумаги 300 грамм на квадратный сантиметр. Это довольно большой размер. И здесь я хочу сегодня изобразить Вселенную, часть Вселенной, созвездие Лебедя. Меня это интересует, потому что в созвездии Лебедя второй по величине звездой является звезда Садр. Именем этой звезды названо мое имя. Это моя звезда Садр. Поэтому я хочу его изобразить. Я сейчас примерно набросал все места расположения звезд, этих ярких звезд в небе, и часть Земли, откуда, значит, идет наблюдение за созвездием Лебедя. Буду использовать краски Дэниел Смит. Вот они у меня. Здесь есть и есть мои дорожные палитры, из которых я буду подходящие цвета использовать в деле. Кисти у меня, конечно, как обычно. Ну, я не буду перечислять, по ходу дела увидите, какими кистями я пользуюсь. Итак, оставайтесь со мной, а я продолжаю. Вот можете посмотреть на картину, которую я беру за основу. Эту картину я взял с интернета. И вот мне она понравилась, и решил я его из него сделать свою картину. Это фотография, конечно, а я сделаю картину живописную. Оставайтесь со мной, я продолжаю. Так, вслед за тем, как я сделал, значит, наметки, там, где расположены яркие звезды, я хочу сначала предварительно нанести маскирующую жидкость на эти места. Как видите, я все звезды расставил, как говорится. Теперь буду наносить краску.
Итак, вот картина моя подсохла. Теперь мне надо будет стереть маскирующую жидкость, которым я намечал звезды, чтобы картина более, как говорится, просветлела. Звезды, чтобы засияли. Что и начнем. Ну что ж, друзья мои, я работу закончил, картину подписал, теперь, думаю, можно снимать скотч. Ну вот, друзья мои, я закончил свою картину, запечатал вот таким лаком Camar Varnish от компании Krylon, и теперь можно подписать с задней стороны картину и вставить в рамку. Так, картина моя называется «Звезда Садр в созвездии Лебедя». Здесь вот, как вы видите, созвездие Лебедя. Здесь изображены, значит, все звезды созвездия Лебедя. Основные здесь вот Альбирео, где голова Лебедя находится. И, значит, звезда Садр посередине, вот Дельта Лебедя и, значит, Гиена, звезда Гиена и самая большая звезда Денеп. Звезда Садр считается второй по величине и яркости звезда созвездия Лебедя. Теперь мне осталось эту картину аккуратно уложить в раму, что сейчас и проделаем. Вот у меня такая добротная рама с паспорту, алюминиевая рама, в которую я собираюсь вставлять мою картину. Сейчас начнем.